Да, тут открыто, похоже. Документы такие везде разбросаны. Программа МК Ультра. Документ ЦРУ 190-691. Страница 1. Выдержка для подшивки. Тема «Гипноз. Исследования и эксперименты. 10 февраля 1954 года». В среду 10 февраля 1954 года исследования гипнотических состояний были продолжены в корпусе 13 заповедника Маунт Мессив в Колорадо по ниже описанным направлениям. Опять этот Маунт Мессив. Краткое изложение. Было задействовано постгипнотическое состояние предыдущей ночи. Команда уснуть при указании пальцем. Мисс Джексон и мисс Пирс немедленно перешли в состояние глубокого гипноза без дополнительного внушения. Мисс Пирс было приказано, учитывая выраженный ею ранее страх перед любыми видами огнестрельного оружия, разбудить мисс Джексон, находящуюся в состоянии глубокого гипнотического сна, пользуясь любыми возможными способами. А в случае неудачи взять находящийся рядом пистолет и выстрелить в нее. Ей было внушено, что она испытывает гнев такой силы, что не задумываясь застрелит мисс Джексон за то, что та не просыпается. Мисс Пирс неукоснительно выполнила данные команды, включая выстрел из незаряженного пневматического пистолета в мисс Джексон, и впала в глубокий сон. После соответствующего внушения обе были разбужены и продемонстрировали полное отсутствие воспоминаний обо всей последовательности событий. При попытке снова вручить оружие мисс Пирс, та в бодрствующем состоянии отказалась подобрать его или принять из рук оператора. Она также полностью отрицала возможность того, что предшествующие события действительно имели место. С гипнозом балуются. То есть, по сути, они продолжили эти испытания здесь, что ли? Нет, ну пока не пойду. Ладно, я туда пойду. Кто там? Кто там? Зашибу, я не боюсь смерти. Я вообще ничего не боюсь. Я вообще мимо проходил. Ну, подвешенное это точно его рук дело. И голову оторванную. Этого Уокера. А можно мне батареечку? Вот я могу тут прятаться. Ну так, видно вроде ничего. Не трать. Что видно? Ну так, местами видно. Вот, допустим, красный подсвечивается. Подсветило, ползи. Ну, просто уже пол батарейки осталось. Больше нет у нас, по-моему. Я могу прятаться. Ну такое себе, прям совсем темно. Что такое? Для запуска генератора включите два бензонасоса и центральный выключатель. Мы сейчас свет запускаем, значит. Ага.
А как их включить? Я просто не очень понимаю, это оно. Можно выйти отсюда, чтобы двери открылись. Да? Ну да. Ну, батарейка сдохла. Почти. Еще не сдохла. Теперь сдохла. Угу. О, вот она. Кто-то топает к тебе. Где там шкафчики-то были? Справа, да, от тебя? Камера, можешь смотреть туда? Ага. Кто ходит? Выключили. Эй! Подожди, включили? Нет, тут нифига. Теперь тут ходить будет, похоже. То есть ты сейчас можешь выйти, опять включить, он опять придет, выключит. Да вроде включено. Да? Ну тогда не знаю. Ладно. Ну да. А я думал, он зашел, выключил. Говорят, он в шкафчик посмотрел рядом. Да там не видно нифига было. Что он там делал? Так, я не понял. Выключил все-таки. Нужно два бензонасоса и центральный выключатель. Там кто-то идет. А! Они бегать умеют вообще? Они еще и видят в темноте, судя по всему, хорошо. Вот тебе по башке дает, да? Да. Ага. Блин, не туда. Господи, ты там фиг разберешься, куда. Все? Ой. Да. Три раза он тебе стукнул. Интересно, а на легкая сложность сколько он тебе может а где навалять? Я? Перед чем ты помрешь? Слушай, ну а как от него убегать, если вот он нифига не умеет бегать? Ну, вот от него. Все, понял. Нет, подожди, не понял. А, теперь понял. Я не знаю. Если бы ты перескочил, он бы тебя не догнал тогда, наверное. Кью, ешь смотреть назад на бегу, Саша. Куда мне? Я в стену, чтоб вписался, ты хотел? Тут такие тонкие коридоры, что вообще бесполезно смотреть назад. Короткие коридоры. Ну, узкие и короткие, да. Постоянно петлять надо. Если я назад посмотрю, я сразу в стену впишусь просто. Я понимаю, на какой-то длинной дистанции, да. Где-то еще включалка. А где? Мы два сейчас включили. Сейчас он придет, ты не забыл? Или... Идет, идет, идет. Включай и прячься. А в какой он заглянул в прошлый раз?
Я ничего не вижу вообще. А камеры? Ну вот. Ага, скрипнуло что-то. А ты здесь не включил в этот раз? Да включено везде. Все, 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 все. И там горит. Какой-то центральный. Идет, прячься. Видел он тебя, прикинь. А, видел. Ладно, давай. Вот говна какая, а. И что вот мне вот... Я смотрелся и сразу вписался. А куда-то. Если перепрыгнуть там вот, куда ты в прошлый раз бежал, не успел допрыгнуть? Вот сюда, да. Опа! Умеешь ты так? Вот, вот я потерял, прикинь. Да, и подсядь. Ты посмотри, гад какой, а! Что-то я не понимаю. Как, ну, видимо, так? Дальше надо было ползти. А не сидеть, выжидать. Тоже знал. Ладно. Ну, в принципе, он теряет. Не очень вот эта механика мне нравится с подсветкой. Если бы оно еще батарейки так не тратило. А так получается, что вообще непонятно. Всяти кве, чтобы он на вас споткнулся, перепрыгнул. Встал на тебя, видимо. Он меня растоптал. Морально тоже. То непонятно с вами. Я так понимаю, нам ничего включать не нужно в итоге. Нам нужно просто убежать вот в эту дверь, когда он придет. Так он сейчас тут выйдет. Ты что творишь? Смотреть хотел. Нет, ну в смысле не надо включать. Тебе написали даже, что нужно включить. Кто мне написал? Никто мне ничего не писал. Задание. А, нет, нужно. Тогда я не понимаю. Ну и подняться наверх надо, видимо. Здесь ты все сделал. Mm-mm. Центральный генератор-то не запущен. Но я туда поднимался, там ничего не нажимается. Фиг его знает. Где он есть там? Он так идет хорошо. О, идет где-то. Ой-ой-ой. Отправился, что? На небеса. Взял сам и отправился. Он дверь с концами выбил. Угу. Все же не закроешь. Да почему он... Ушел туда. Но он сейчас придет, видимо. Он же уже уходил, пришел опять.
Ой, как же батарейки тратятся-то? Не понимаю я, где он. Тут. С какой стороны вот он пойдет? Только хотел включить. Не пойму, я ушел он или нет. С правой стороны. Вон он. В комнату идет. Сейчас пойдет на выход. Он сейчас обратно пойдет. Нет, не работает. Промазал. Так он, наверное, сюда приходит. Не знаю, сейчас послушаем. Он просто заходит сюда, потом выходит и опять идет осматривать все там. Угу. Где этот гад? Да вроде не слышно. Все-таки здрасте. По дверях. Я так и не поняла, перезапустил ты или не перезапустил? Нет, мне говорят, там что-то еще нужно какое-то запустить. Он меня услышал? Нет, тут драться вообще нельзя. Я слышу, что он справа ходит, но... Вроде ушел. Может, он до комнаты не доходит? Ну, в смысле, в саму комнату. Ох уж эти хлопки дверьми. Но свистует там еще что-то. Призрак говорит, наверное. В плане звук на самом деле не очень тут хорошо слышно, конечно. Примерно где оно ходит. Вот сейчас он по воде где-то ходит. Тут вопрос в том, что где еще включать чего. Батареечка. А, так это он с нами разговаривал. Ага. Отсюда. Да, да, я помню, когда мы только заходили.
И что? Вот это может быть подергать? Да не, они не активны. О, нет. Нет? Мне показалось, там рычаг. Но нет рычага никакого. Все-таки там где-то в зале мы не увидели чего-то. Я пока дальше иду. Может, вот здесь? Там какой-то рычаг, да, на стене? Вот-вот-вот. Да. Ага. А, вот теперь надо вернуться обратно. И в центре там нажать, да? Ага. Батарейку дайте еще. Ух ты. Я надеюсь, он тебя не видел. Я тоже надеюсь. Заглядывай в шкафчик входе. Рядом, главное, опять. Нафига вот ходить и видать, заглядывать в шкафчик. На небеса. Гад какой. Нет? Идет вроде. Может, надо было второй ящик? Может быть. Он же его уже проверял. Ну да. Они меня как-то очень хорошо слышат, мне показалось. Опа! Бежим! Теперь можно бежать в центр туда. А, не трогай меня. Блин, запомнил еще куда бежать. Еще раненый весь. Можно попробовать включить и спрятаться в шкафчик. Да, да, да. А, не видно нифига. Пишет, копилки он так выросли. Ну... в плане хорроров так спокойно играют. Недавно пересматривал Dead Space 3, писались от каждого шороха. Мы Dead Space писались буквально вот первые, я не знаю, сколько там времени. Потому что, во-первых, я в хорроры вообще не играла. Во-вторых, ну, я тоже в хорроры такого не играл. Плана игра для меня вообще была новинку. А ты, если смотрел, ты видел, что там к середине игры уже там нормально все было. Я не знаю, у меня переломный момент был где-то на Dead Space 2, пожалуй. После этого хорроры перестали меня прям уж так сильно торкать. Да даже в том же третьем Dead Space. Что в третьем? Ну, мы третий проходили раньше второго-то. Нет, я к тому, что мы даже третий, когда начали проходить, мы вначале еще как-то побоялись, а потом приспособились нормально. Все вообще
как по мне. Ну, да, под конец. В целом. Ну, не под конец даже. Спейс-то, конечно, да. Третий. Я помню, болела так сильно тогда, на тот момент. У меня температура была 39, что ли, там. Вообще, тоска. Я все хочу очень в Desolate какой-нибудь с Наташей поиграть. Но как-то пока не сложилось. Так, то есть нам сейчас отсюда выходить, насколько я понимаю. Бежим! Бежим! А что ты делаешь? Я не пойму. Пытаюсь понять. Куда бежать? Да. Ага, все. Сиди там. Наказан. Господи, Валя. Меня зачастую больше окружение пугает, чем какие-то вот скримеры сейчас, по крайней мере. Подобные вещи. А что касаемо опять того же Dead Space, там самый, по-моему, прикол, вот самый смак был в рассинхроне видимого между мной и Сашей. Да, там очень крутая идея вот с этим. Он одно видит, я другое. Класс. Ой. What? О, что? Нет. Вот же подлец, а. Это тот самый священник? Прости, сын. Да. Я не хотел так с тобой поступать. Но тебе пока нельзя уходить. Ты еще так много не видел. Тьфу на тебя. Узришь ли ты? Сможешь ли? Истина владыки нашего Вальридера врывается в неверующих. Лишь истина выведет тебя отсюда. Яви сущую правду, и все двери откроются перед тобой. И по морде еще надо было. Телекинез? Какая-то мистика, да. Немножко неожиданно. Прям запахло эфиром. Сейчас еще поди тут какая-нибудь своя альма. Ты ну че? Своя собственная, карманная. Прикольно, мы в камере.